Друзья, привет! Меня зовут Алекс Яновский, я основатель холдинга X100. За 30 лет своей предпринимательской деятельности я понял очень важную вещь, что огромное количество людей хотят владеть своим бизнесом, получать каждый месяц пассивный доход, получать дивиденды, но операционно не управлять бизнесом. И мы решили эту проблему. Мы создали платформу, благодаря которой каждый может стать владельцем малого бизнеса, имея в руках лишь телефон. Эту платформу мы назвали X100. Она объединяет предпринимателей, инвесторов и менеджеров. И каждый на этой платформе занимается своим делом. Предприниматели создают классные новые бизнес-модели. Инвесторы инвестируют, а менеджеры мирового уровня управляют бизнесами. Друзья, досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как на нашей платформе X100 вы сможете зарабатывать от 20 до 50% годовых, инвестируя в малый бизнес. Поехали! Чтобы понять, как это работает, вспомним Uber. У этой компании 4 миллиона машин, но ни одна не принадлежит Uber. При этом их капитализация составляет более 90 миллиардов долларов. Uber – это просто платформа, которая объединяет водителя и пассажира. Marketplace, на котором другие работают и зарабатывают. Наша платформа работает по такой бизнес-модели. Мы не владеем бизнесами. Наша платформа объединяет предпринимателей, профессиональных управленцев и простых людей. Люди владеют бизнесами. Давайте я расскажу вам, какие компании входят в холдинг. Сейчас мы объединяем ряд очень перспективных брендов. Бренд Суши Мастер – сеть японских ресторанов. Бренд Моно Пицца – это сеть пиццерий. Легион – это сеть киберспортивных арен. Хлебополис – это пекарни. Майбокс – крупная сеть японских ресторанов. А также крупнейший в России бьюти-холдинг, куда входят барбершопы, парикмахерские и бьюти-коворкинги. Каждый бизнес в нашем холдинге развивается очень быстрыми темпами. Например, суши-мастеру 7 лет. Сегодня суши-мастер в 150 городах в 15 странах мира. Количество точек увеличивается на 50-80% в год. То же самое происходит со всеми брендами холдинга. Потенциал платформы не ограничен. Давайте разберемся, что дает такой быстрый рост компании сети холдинга. Это сама модель холдинга X100. Мы создали три революции, объединенные вместе. Первая революция – это революция для предпринимателей. Я видел сотни опытных предпринимателей, которые становились номер один в своем городе и дальше не росли. Это требует уже совсем других масштабов вложений, другой системной работы. Предприниматель – это творец, композитор, который написал симфонию, но не хочет раз за разом ее играть, не хочет заниматься операционкой. А мы – фанаты управления. Мы получаем от этого огромное удовольствие. И поэтому готовы взять это на себя, позволить предпринимателям масштабироваться с нашей помощью. Вторая революция – это революция в менеджменте. Обычно предприниматель нанимает менеджеров и платит им зарплату, а прибыль забирает себе. Мы же платим рыночные зарплаты, но отдаем еще 25% от прибыли менеджменту. Это революционный подход. Благодаря этому менеджеры зарабатывают в разы больше, чем у конкурентов, и поэтому лучшие менеджеры приходят к нам. Мы их развиваем и даем им максимально реализоваться в проектах. Это такие люди, которые могут проявить себя, начиная с самых низов, но через пару лет могут управлять огромной сетью в нескольких странах. Третья революция для инвестора. Теперь обычный человек, не имея специальных знаний, может получать отличную доходность, инвестируя в малый бизнес, потому что мы создали абсолютную прозрачность. Инвестор может видеть все, что происходит в его бизнесе в реальном времени.
Важно понять, что это не рулетка, как с фондовым рынком. Это не акции, облигации, в которых нужно очень хорошо разбираться. Это обычный, понятный, малый бизнес, в котором каждый инвестор видит ежедневные продажи, ежедневные расходы, операционные показатели. Все абсолютно четко и понятно. И все это достигается путем того, что вашим бизнесом управляет профессиональные менеджеры мирового уровня. Хочу сказать несколько слов о надежности. Почему я считаю, что X100 – это самый надежный инструмент получения пассивного дохода на рынке? Успех в любом бизнесе зависит от двух основных факторов. Первое – это крутая бизнес-модель. Второй фактор – это крутая команда, это сильный менеджмент, это качество управления. Поэтому мы создали бизнес-инкубатор и выбираем самые лучшие модели для масштабирования. На что мы обращаем внимание? Первое – это рентабельность капитала. При масштабировании мы выбираем модели, которые окупаются не более 2 лет. И важно не только, сколько прибыли приносит точка, а сколько нужно инвестировать в открытие одной точки. Второе, что для меня важно – это объем рынка, дающий возможность построить мультимиллиардную компанию, открыв тысячи точек по всему миру. Например, почему я выбрал Суши Мастер? Люди несколько раз в день хотят есть, а спрос на суши растет по всему миру. При этом нет ни одного бренда в этой нише, который стал лидером. И дело не в том, что ее невозможно построить, а просто этого еще никто не сделал. Поэтому у Суши Мастера есть все шансы занять лидирующее место на этом рынке, стать компанией номер один в доставке суши. Третье. Я выбираю бизнесы, клиентами которых являются простые люди. Они выбирают душой, эмоционально. То, что они покупают, делает их счастливыми. И нам доставляет огромное удовольствие предоставлять им качественный продукт. На платформе X100 инвестор может выбрать ту модель, которая ему максимально близка. Он может выбрать киберспортивную арену или доставку роллов или пиццы. Итак, мы выбираем самые лучшие бизнес-модели и добавляем качественное управление. И благодаря этому получается высокая доходность и надежность ваших инвестиций. Мы настолько уверены в успехе, что мы гарантируем возврат всех средств при самом худшем сценарии. Также, говоря о надежности бизнеса, я имею в виду свою команду. Моя цель – построить международную мультимиллиардную компанию наравне с Google, Amazon и Alibaba. Чтобы этого достичь, я собрал уникальную команду сильнейших менеджеров. Например, Алексей Мельников создал систему управления, благодаря которой мы управляем тысячами людей по всему миру в 15 странах. Юрий Сухина создал финансовую систему, благодаря которой мы видим в реальном времени все наши расходы, каждую копейку, P&L, баланс, движение денежных средств. Ирина Мальцева создала коммерческий отдел, благодаря которым мы анализируем все наши показатели, глубоко понимаем, почему что-то идет хорошо и что-то идет плохо, и мгновенно реагируем на это. Геннадий Харуженко – это человек, который создал систему закупок по всему миру. Андрей Помазкин – это человек, который руководит всеми нашими открытиями, всем нашим развитием по всему миру. В один месяц он открыл более 50 ресторанов. Дмитрий Горлин. Этот человек был признан лучшим IT-директором страны. Он создает уникальные IT-продукты, благодаря которым мы стали IT-компанией. О контроле внутри сети. Все-таки у обычного малого бизнеса есть свой минус. В нем очень сложно сказать, кто сколько заработал. Всегда есть проблемы контроля и учета. Но мы решили эту проблему. Мы создали собственную IT-систему, которая дает абсолютную, 100% прозрачность всех цифр и всех процессов.
со своего телефона в реальном времени вы видите выручку, вы видите средний чек, количество транзакций, куда потрачена каждая копейка и даже расположение курьеров на карте города. Можно следить за работой своего бизнеса через камеры наблюдения. Можно видеть, как готовится еда и как обслуживаются клиенты. Вы в реальности проходите тренинг по ведению бизнеса, но при этом не делаете болезненных ошибок. Учитесь и получаете деньги. Мы уже вложили в развитие нашей IT-системы миллионы долларов и используем самые современные технологии. Таких технологий нет ни у одного предпринимателя, решившего открыть свою точку самостоятельно. Прямо сейчас мы создаем мультимиллиардную компанию. По сути, мы строим будущее. Ну а теперь давайте к делу. Вы можете наблюдать со стороны, радуясь нашим успехам, а можете стать частью этого будущего вместе с нами. Что же нужно сделать, чтобы начать получать доход от малого бизнеса с холдингом X100? Оставляйте заявку на нашем сайте. С вами свяжутся мои профессиональные консультанты. Они вам все подробно расскажут и ответят на ваши вопросы. Действуйте!